Вітаю вас, друзі! Як ви вже зрозуміли, прийшов час у спеціальному футбольному випуску Sport.ua підбити підсумки минулого українського сезону, згадати пам'ятні та славні історичні факти і трохи зазирнути в майбутнє. На початку про виступ у еліті представників Кіровоградщини. Петрівський інгулець, хоча й не без складнощів, але виконав поставлене завдання і зберіг прописку в українській прем'єр-лізі. Саме про дебютний сезон серед найсильніших журналісти клубної прес-служби інгульця поговорили з головним тренером команди Сергієм Лавриненком. Я думаю, что там 2-3 года назад, если отмотать историю, вряд ли бы кто-то мог поверить в то, что футбольный клуб «Ингулец» мог бы пройти первую лигу, такую, скажем, конкурентоспособную, и быть в премьер-лиге достаточно конкурентоспособным. Я скажу, что мы многое сделали. Мы, если так кратко проанализировать чемпионат, то мы, в принципе, кроме «Шахтера» и «Динамо», у всех команд отбирали очки. И с нами точно не было никому легко. Мы максимально старались доставить на футбольном поле неприятности нашему сопернику. И во многих играх нам это удавалось. Ребята с характером, самоотдачей, может быть, где-то компенсировали этими качествами мастерство, потому что не всегда нам его хватало, потому что премьер-лига это все-таки другие скоростя, другой уровень футболистов, быстрее мышление, быстрее принятие решения, поэтому, но тем не менее, я считаю, что мы достойно выступили, где-то могли бы чуть-чуть и лучше при удачном стечении обстоятельств, но в целом нельзя гневить Бога, но мы действительно ту задачу, которую перед нами ставил президент, мы ее выполнили. Такой очень насыщенный год получился. Мы практически на одном дыхании прошли игры по первой лиге, и через неделю мы уже стартовали там в премьер-лиге. То есть, наверное, запомнился весь год, что ребята с пониманием отнеслись, они терпели, потому что было нелегко. Количество игр, которые мы провели в этом чемпионате, официальных только игр, там больше сколько, 13-45 игр где-то мы официальных только провели, с учетом Кубка, чемпионата первой лиги и премьер-лиги. Вот. И сколько игр еще подготовительных провели, поэтому сезон очень тяжелый получился. А эмоции, наверное, от тех игр, где мы брали очки, потому что были хорошие игры, были яркие победы, вот, даже были яркие поражения, потому что без этого тоже в футболе не бывает. И проводили хорошие матчи. Да, мы могли проиграть, но мы проигрывали там 4-3, например, там Александрии, или 4-3 мы проиграли Мариуполю. Но это были игры, которые так называемые для болельщиков, да, не для тренерского штаба, для футболистов они, может быть, не совсем позитивно, потому что проиграли. А сами игры были яркие. Была яркая, хорошая игра с Александрией, для нас. Вот. Все-таки это областное дерби, и мы 1-0 выиграли в домашний матч свой, поэтому, в принципе, при довольно неплохой игре с нашей стороны, я говорю, только за нашу команду. Вот. И в целом, я думаю, что весь сезон нам можно занести в актив, потому что, опять же таки, самое главное, что мы решили задачу, и постараемся укомплектоваться, и следующий чемпионат однозначно мы должны быть сильнее. Це перший повноцінний сезон в прем'єр-лізі для вас, як для тренера. Можна сказати, що ви зростали разом з командою? Однозначно, конечно, всего знать и уметь невозможно. То есть я тоже многие вещи в футболе, которые раньше знал, сейчас я их по-другому интерпретирую. То есть что-то учусь, что-то вместе с ребятами делая ошибки, потому что не бывает так, что все гладко. То есть бывают и ошибки не только у футболистов, и у тренера бывает. И я четко понимаю и даю себе отчет, что
не всегда план на игру может быть идеален. То есть приходится быстрее реагировать по ходу игры, что-то изменять, там, вовремя сделать замены. То есть это все опыт. Это опыт, который пригодится и в последующих играх. Вот, поэтому, конечно, мы тоже учимся, и президент учится, потому что он тоже, это его первый сезон в премьер-лиге, и он понимает, что это совсем другой уровень. И я думаю, что здесь хороший азарт и у всех у нас, и у президента, и у тренерского штаба административного, и у футболистов. То есть не хочется опускаться, нет. Наоборот, вот как я сейчас понимаю тех тренеров, которые говорят: мы побывали в Еврокубках, мы хотим опять туда. Вот мы еще не побывали в Еврокубках, но мы побывали уже в премьер-лиге. И мы хотим здесь остаться. Нам здесь нравится, нам здесь комфортно. Мы здесь чувствуем, что мы прибавляем, чувствуем, что мы растем. Поэтому нам хочется здесь добиваться результата. Если говорить за наступный рік, у нас в команде будут зміни. Хтось піде, хтось залишиться. На тлі того, що Інгулець – це була команда, склад якої майже не змінювався. Як тепер? Інгулець розпадається, чи це буде інша команда, чи це… Я розумію, що ви говорите, але однозначно Інгулець не розпадається. Однозначно Інгулець буде сильнее. На это, конечно, нужно время. Вот. Мы рады за тех ребят, которые благодаря футбольному клубу «Інгулець» сейчас найдут себе более сильные клубы, более сильные чемпионаты. Может быть, кто-то в европейский чемпионат уедет, там тот же Ніка Січенава, у него есть хорошие предложения. Вот. Мы в хорошем смысле за него порадуемся, потому что он, большую часть истории «Інгульця» он был в «Інгульце». Поэтому он прошел путь от аматорского футбола, второй лиги, первой лиги, премьер-лиги. Поэтому мы считаем, что он в какой-то степени наш. И мы, хочется ему сказать только слова благодарности за то, что он своим трудом, работой помогал и себе, и футбольному клубу. Вот сейчас о нем все говорят, все знают, но если бы он остался во второй лиге или в первой, вряд ли бы о нем бы кто-то говорил. Поэтому только результат работы. Вот. А то, что изменения будут, это нормальный процесс в футболе, что одни ребята уходят, одни приходят новые. То есть здесь нам, как тренерам, конечно, сложнее будет, потому что нужно, опять же, мы сильны своим коллективом, своей командной игрой. То есть у нас ярких лидеров в команде нет. То есть все рабочие лошадки, которые знают, что нужно делать на футбольном поле, как нужно бороться, как нужно играть в обороне или в атаке. Поэтому мы сильны именно командной игрой. И я уверен в том, что мы однозначно слабее не будем. Однозначно мы будем конкурентоспособны. Вот. Придется много потрудиться. Наверное, такая наша роль. Вот, поэтому я уже с нетерпением, сейчас вроде все уходят в отпуск, но я с нетерпением уже жду, что мы соберемся и будем проводить сборы, и будет хорошая конкуренция на каждом месте. Поэтому я уверен, что все у «Інгульця», в принципе, достаточно светлое будущее. Дай Бог, достроится новый стадион, и мы ожидаем, что каждый матч будет прибавляться болельщиков, и для нас это будет огромным стимулом для дальнейших побед, для дальнейшей работы. Вот. Поэтому только хочется пожелать еще и терпения, то есть лифт к успеху не работает. Нам нужно идти пошагово, постепенно. То есть мы клуб маленький, но достаточно серьезно, основательно мы зашли в премьер-лигу. Поэтому я думаю, что, набравшись терпения, мы добьемся хороших результатов. Ну що ж, як бачите, у Петровому з певним оптимізмом дивляться у футбольне майбутнє і сподіваються на покращення результатів. Петрівчани мають надію в наступному чемпіонаті грати вже на власному новому стадіоні і при збереженні досвідчених лідерів та перспективної молоді, і трохи зміцнивши склад, можуть піднести приємні сюрпризи.
А ось в Олександрії вирішили йти новим шляхом. Керівництво клубу не продовжило контракти із тренерським штабом на чолі з Володимиром Шараном і групою провідних виконавців – Паньківом, Гречишкіним, Банадою, Лучкевичем, Гордієнком, Пашаєвим. До того ж, за умовами орендної угоди до Донецького Шахтаря та Київського Динамо повернулися Бондаренко та Вантух. На жаль, вимушені констатувати, що доволі тривала та досить успішна епоха Володимира Шарана у футбольному клубі «Олександрія» наразі завершилася. Хоча, маючи перед очима невдалий досвід інших клубів, не будемо поспішати. А ось згадати найпам'ятніші моменти олександрійської футбольної історії часів Володимира Шарана ми сьогодні просто зобов'язані. Один із кращих сезонів для ПФК «Олександрія» був сезон 2010-2011 років, коли наші земляки вперше в своїй історії стали чемпіоном України серед команд першої ліги. Та наступний сезон в еліті вийшов невдалим. Олександрійці, на чолі яких Володимира Шарана змінив Леонід Буряк, опустилися до першого дивізіону. 1 липня 2014 року сталося об'єднання двох команд – професіонального футбольного клубу «Олександрія» та професіонального футбольного клубу «Украгроком», який за короткий період пройшов шлях від аматорів до першої ліги. Дербі між клубами Олександрійщини, яке закінчилося з рахунком 2-2, до цього часу в пам'яті гравців та тренерів, яким згодом довелося творити нову футбольну історію, тепер уже футбольного клубу «Олександрія». Президентом новоствореного клубу став Сергій Кузьменко, якому Микола Лавренка передав важелі керування. «Краграком» він став великою частиною олександрійського футболу, історії. Об'єдналися по факту дві команди, але це одна історія олександрійського футболу, неважно, що чи міста, чи Олександрії. І як ми бачимо, як показує на зараз наші результати, що це не було помилковим рішенням про об'єднання команд. І ми маємо зараз одну чудову команду. Після 5 сезонів у першій лізі, маючи сучасну інфраструктуру, команда, врешті повернувши Володимира Шарана на тренерський місток, у 2015 році з відривом у 12 очок від найближчого конкурента та не програвши жодної гри вдома, вибрала путівку до української прем'єр-ліги. Лакмусовим папірцем і тестом на те, що ми готові, потрібно довести його дуже просто. Потрібно стати чемпіонами першої ліги. І те, що ми зайшли в прем'єр-лігу із чемпіонства першої ліги, я вважаю, що це єдиний правильний шлях команди для того, щоб виступати в найвищому дивізіоні. Сьогодні футбольний клуб «Олександрія» виступає в найвищому дивізіоні нашої держави. В сезоні 2015-16 років команда в Кубку України пройшла київське «Динамо», дала бій «Шахтарю» і зайняла 6-те місце в чемпіонаті. Це дало право вперше в історії зіграти в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Виконавши всі вимоги УЄФА щодо інфраструктури, команда приймала хорватський «Хайдук» на власному стадіоні «Ніка». Тут підопічні Володимира Шарана поступилися хорватам, але набралися першого необхідного досвіду. «Ми підготували інфраструктуру, ми підготували стадіон, ми зробили значні інвестиції для того, щоб наш стадіон відповідав євровимогам і для того, щоб клуби з Європи мали можливість приїжджати і грати. Я думаю, що в наступному ми зможемо не тільки організаційно, а ще й з точки зору спортивного підійти психологічно готовими для того, щоб нав'язати нашим європейським друзям власне справжній футбол і порадувати нашого болівальника і в цих змаганнях». В сезоні 2016-17 років Олександрія зайняла 5-те місце. Цього разу в Лізі Європи здолали румунську «Астру», проте в раунді плей-офф за сумою двох матчів не пройшли команду «Бате» з Білорусі. У сезоні 2017-18 років олександрійці фінішували сьомими, здобувши Кубок престижу української прем'єр-ліги.
Після третього туру першості 2018-19 років Олександрія уперше в своїй історії очолила турнірну таблицю елітного дивізіону. А першу частину цього сезону команда Володимира Шарана завершила на третьому місці. І президент футбольного клубу Олександрія не пожалкував, що після попереднього не дуже вдалого чемпіонату вирішив продовжити кредит довіри Володимиру Шарану. Ну і після необхідного підсилення команда заграла так, що здивувала українську футбольну спільноту і поступилася в турнірній таблиці лише визнаним фаворитом Донецькому Шахтарю та Київському Динамо. Ніхто не міг дорікнути олександрійцям, що свої бронзові нагороди вони здобули незаслужено. Президент футбольного клубу Олександрія Сергій Кузьменко своїх радісних емоцій не приховував. Це неймовірно круто, це неймовірно емоційно. Ви знаєте, ми дуже довго йшли до цього. Мої доньки 10 років і 10 років тому виграли кубок області, чемпіонат області. В 11-му році ми зайшли в професійний футбол. В 15-му році ми в прем'єр-лігі, і сьогодні ми отримали можливість, щоб Олександрія грала в Лігі Європи. Це круто! У нас сама крута команда, подивіться на ці хлопці, вони зробили все, що могли. У нас крутий головний тренер, у нас класне місто, у нас класний вболівальник, і я вітаю всіх вболівальників з цією перемогою. Головний тренер команди Володимир Шаран зазначив, що запорука успіху полягає в прекрасному колективі однодумців. Безумовно, це величезна, величезна перемога для кожного з нас, особисто для мене. Завдяки наполегливій роботі командного духу, тому що дійсно колективу, що команда дуже дружня, команда згуртована і команда, яка хотіла перемагати в кожному поєдинку. Тому що я вважаю, що Олександрія по бойовим своїм якостям найкраща, напевно, в Україні. Ну а далі був пам'ятний та незабутній дебют на груповій стадії Ліги Європи, де суперниками хлопців Володимира Шарана стали німецький Вольфсбург, бельгійський Гент та французький Сен-Етьєн. В тому єврокубковому сезоні саме олександрійці серед усіх наших представників заслужили схвальні відгуки за свою гру. Адже були надзвичайно пам'ятні здобути за рахунок характеру нічийні результати із бельгійським Гентом та двічі із французьким Сент-Етьєном. Для перемоги та можливості виходу з групи не вистачило досвіду та й везіння. Але заслужені 3 очки до загальної скарбнички наших клубів у Європі олександрійці здобули. Здавалося, що в цієї команди гарне майбутнє, повернення до Європи не за горами. Але в злагодженому командному механізмі щось перестало працювати. Як наслідок, в наступному сезоні в додатковому турнірі за вихід до Ліги Європи сталася прикра та несподівана поразка від Маріуполя, а вже в цьому чемпіонаті багато було втрачено на початку. Тож ставку було зроблено на Кубок України, де в півфіналі хлопці Володимира Шарана в серії пенальті поступилися Луганській Зарі. Саме після цієї невдачі Володимир Шаран заговорив про свою майбутню відставку. Історична домашня перемога над Шахтарем на фоні серії поразок у українській прем'єр-лізі вже нічого не змогла змінити. І вже по завершенні сезону на спільній прес-конференції почесного президента клуба та тепер вже колишнього головного тренера першої команди футбольного клубу Олександрія була зроблена офіційна заява. Скільки Володимир Богданович разів прес-конференцію тут давав? 200 матчів прем'єр-лізі. Поділити пополам, 200. Виходить 100 да. В цій залі, так? Да. Весь мій досвід професійного футболу пов'язаний із Володимиром Богдановичем. Тому мені не просто сьогодні підібрати слова, але за взаємною згодою із Володимиром Богдановичем ми прийняли рішення, що для футбольного клубу Олександрії потрібна перерва. Перерва в тому, щоб ми всі
подивилися на олександрійський футбол з іншого боку, да? З іншими людьми і з іншими емоціями, можливо, навіть в якійсь мірі з іншим поколінням, да? Тому що за ці 8 років очевидно, що виросла нова там генерація, нові футболісти, і ми маємо давати їм шанс поруч із досвідченими, поруч із хлопцями, які дійсно є там такою основою нашої команди, да? Потрібно новий погляд. І порадившись із Володимиром Богдановичем, я як президент футбольного клубу Олександрії ухвалив рішення про те, що наступному сезоні ми після сьогоднішньої розмови проведемо консультації і дамо можливість новій плеяді і тренерів, і футболістів показати Україні, показати олександрійському вболівальнику інший футбол. Вірю в те, що він буде не тільки інший, а й такий же змістовний і якісний, який він був при вас, Володимир Богданович, але переконаний в тому, що нам потрібно цей досвід, нам потрібно цей крок. Завоювали бронзові нагороди і виступали в Лізі Європи. Це було дуже приємно. Це були найкращі часи для нас всіх. Ми виступили дуже пристойно, тому що з такими грандами зіграти, не програти, скажімо так, в тих поєдинках, де ми навіть могли і перемагати, це був великий успіх для нашого футбольного клубу. Але, звичайно, бувають перемоги, бувають поразки. Прикро для мене особисто, що ми закінчили не на тому місці, на якому хотілося б чемпіонат прем'єр-ліги. Але це футбол, і я надію, що в дальнішому футбольний клуб буде досягати хороших успіхів. І дійсно потрібна особисто для мене, для тренерського штабу, ця перерва, тому що психологічно, повірте, було дуже важко. Я дуже завдячний всім працівникам, ну і особисто Сергію Анатолійовичу за співпрацю. Ну, я говорю просто до побачення, я не говорю про що. Так що дуже вдячний. Володимир Богданович, ще раз дякую. Дякуючи Володимиру Шарану, зазначимо, що віднині першу команду футбольного клубу «Олександрія» очолює Юрій Гура. Він тоді ще разом із президентом-початківцем Сергієм Кузьменком пройшов нелегкий шлях від аматорів до середняка першої ліги в Головківському «Украгрокомі». Коли ж вирішили створити єдиний та потужний футбольний клуб «Олександрія», Юрій Володимирович успішно готував найближчий резерв для головної клубної команди. І ось саме зараз новому наставнику, який має тренерський диплом УЄФА категорії «Про», прийшов час разом вже зі своєю Олександрією дивувати спеціалістів, переконувати скептиків у тому, що вони помиляються, і, звісно, радувати болівальників. Саме це зробив, коли ризикнув очолити київське «Динамо» Мірча Луческу і довів, що значить видатна особистість в українському футболі. Завдяки чому «Динамо» повернулося на вершину вдруге у своїй історії, зробивши требл, про причини невдач донецького «Шахтаря» та про інші особливості цікавого минулого сезону в Україні, не тільки про це ми поговорили з нашим постійним футбольним експертом Віктором Догадайлом. Давайте начнем не от того, что Луческу принял команду, это хорошо, но система работы «Динамо», потому что, если вы вспомните, до этого Хацкевич набрал молодых ребят,
И по большому счету, когда решался вопрос продлевать Хацкевичу, допустим, контракт, когда появились молодые ребята только из дубля, которые сегодня стали лидерами команды, игроками сборной команды Украины, стал вопрос, что надо отбить в соревнованиях именно этих ребят. Потом эту функцию выполнил Миха Личенко. Все шишки сыпались на них, потому что, знаете, за одного битых двух небитых дают, и всегда говорят, хочешь, чтобы тебя уволили, это омолоди команду. Вот Каштру это и показал, кстати. Знаете, то. Поэтому в этом плане я думаю, что как раз когда ребята прошли определенное горнило, когда они подошли на определенный уровень, когда у них появился определенный опыт, вот здесь Луческу, который очень здорово работает с футболистами, у него есть свои принципы. Знаете, вот самый простой принцип, я вот даже могу сказать, кого вот он взял, допустим, в штаб себе работать. Посмотрите, он берет Вуковича, который отвечает за иностранных футболистов, он берет Олега Гусева, который отвечает за украинских футболистов, и Тарас, который, в общем-то, соотечественник его, и в этом плане по большому счету, Вукович – легенда «Динамо», Гусев – легенда «Динамо», и ребята передают вот эти традиции. Ну и плюс поставленная игра, потому что Луческу – максималист, он не любит проигрывать. Луческу – это тот человек, который в каждом матче играет только на победы, и хороший стратег, он просчитывает, в общем-то, что и как, какая выдержка должна быть для того, чтобы добиваться результата. Поэтому, вы знаете, можно было предполагать, но опять же, я не думал, что так получится с «Шахтером», что они окажутся в конце, ну, не хочется такое слово даже говорить, но не особо конкурентоспособными. И то, что, как бы, знаете, опередил время, и даже Луческу не ожидал от себя такого результата, который он выдал с командой. И самое главное, знаете, он поставил им качественную игру. Что я имею в виду качественная игра? Это выполнение командных функций на футбольном поле. Вот реально мы увидели, что, знаете, вот как Гвардиола не любит, когда, в общем-то, футболисты забегают не в свои зоны на футбольном поле, вот так Луческу часто поставил требования. Есть информация от футболистов Киевского «Динамо», которые делятся. Они четко понимают, что и как делать на футбольном поле. Плюс, знаете, в общем-то, Луческу умеет работать с иностранцами. В этом плане смотрите, как он оживил ДПН, как он оживил, реанимировал, можно сказать, Родригеса, как Кинзера, в принципе, заиграл. И в этом плане, знаете, вот Дуэлун, да, самый дорогой футболист, игрок молодежной сборной Дании, все. Он не попадает состав, и вот он четко сказал, Буяльский тебя переиграл, поэтому доказывай, поэтому кто сильнее будет в тренировочном процессе в играх, тот будет, в общем-то, выходить на футбольное поле. Поэтому, знаете, когда все просто, четко и прозрачно, тогда футболисты понимают требования, тогда они выходят и играют. И играют не просто так, а, как я сказал, агрессивно, с определенной долей гнева, с определенной долей, в общем-то, агрессии на футбольном поле. И, знаете, еще даже пример Гармаша, которому предлагали всем командам. Вот он в клубе предлагали, вот возьмите Гармаша, все. А по большому счету Гармаш оказался тем футболистом, который выходил на замену, приносил результат и стал чемпионом Украины в очередной раз. А у «Динамо» четко мы понимали, что в последнее время Бущан в воротах, да. Значит, кто был центральный защитник, кто был центральный полузащитник и, как правило, кто был нападающий. А вокруг них, в общем-то, уже, знаете, справа-слева выставлялись определенные моменты. То есть тренер ремесло, которое освоил Луческу, он четко дал, в общем-то, урок, который направлен на достижение результата, на достижение, в принципе, трофея. И в этом плане, конечно, «Динамо» показало, что они движутся правильным путем, но, опять же, знаете, «Динамо» стало чемпионом досрочно с определенным отрывом очков, потому что «Шахтер» не составил должную конкуренцию. В первую очередь, знаете, мне кажется, что почили на лаврах. Вот, знаете, наверное, каждый тренер, который, команда длительный период завоевывала золотые медали, выигрывала трофеи, почивает на лаврах, а, знаете, сказано в футболе, что работало вчера, не обязательно будет работать сегодня. И это, в принципе, действительно так. Сейчас многие объясняют неудачу «Шахтера» тем, что прошел процесс омоложения. Ну, я думаю, что в первую очередь это недостаточное объяснение. Знаете почему? Потому что в первую очередь, ну, я в свое время 5 лет возглавлял аналитический отдел футбольного клуба «Шахтер Донецк». И в этом плане президент всегда требовал аналитику того, что сделано командой, прогноз
того, что будет делать команда, что делается вокруг чемпионата Украины, какие тренды в чемпионате Европы, и под это подбирал тренера главного с его определенной концепцией, а тренер подбирал в принципе футболистов. Ну и для меня удивительно, что команда, которая ставит такие серьезные задачи, вдруг, да, процесс омоложения идет, но не может же так омоложение идти, условно, Мараес выпал из обоймы, и команда остается без нападающего. Это неправильно, это в Десне у нас так получилось. А в Шахтере такого априори не должно быть. Пример той же Зари, посмотрите, 4 равноценных нападающих у команды, и поэтому команда решает не только стратегические задачи, чтобы быть непохожим в каждом матче и учитывать слабые и сильные стороны соперника, а решает свои задачи для того, чтобы решать те задачи, которые ставят руководство клуба и преданные болельщики, в принципе, футбольного клуба. И в этом плане, мне кажется, вот этого опыта не хватило Каштру, потому что думал, знаете, первый год Сатрен 23 очка, он выступил, второй год думает, да куда же я денусь, знаете, с подводной лодки. Самого Зидана обыграл. Самого Зидана обыграл двичь. Ну, Юрий Сергеевич, это, конечно, прекрасная история, но мы все понимаем, в общем-то, ситуацию. Да, это он этим вошел в историю. Но опять же, знаете, что лучше? Два раза обыграть Реал, да? Или все-таки решить задачи, завоевать трофеи, которые были? Но он же проиграл и агробизнесу, да? И тоже в полуфинале. И мы об этом, в принципе, знаем. Поэтому, знаете, мне кажется, можно выдергивать. У каждого тренера, да, какие-то есть яркие моменты, есть какие-то негативные определенные моменты, но есть клуб со своей философией, со своей стратегией и, самое главное, со своим имиджем и лицом. И в этом плане, конечно, выступление Шахтера, ну, архи не убедительно было. Ну и поэтому, знаете, вот смотрите, даже такой момент с уходом Каштру поменяется вектор развития футбольного клуба. Ну вот смотрите, в любом случае, да, надо было определить, есть группа футболистов за 30, которые уже идут с базара, да, и бразильцы, и наши украинские, и все. А есть группа молодых футболистов, которые еще не могут выполнять функции лидера. Поэтому надо было или трансферную кампанию какую-то сделать. А вообще команда, которая хорошо, кстати, средний возраст, я могу сказать, у Шахтера получается 25,3 года. И 29 футболистов меньше всего было задействовано в играх чемпионата Украины, именно в принципе в этом году. И в этом плане вот эта прослойка вот 25-летних футболистов должно было быть побольше, потому что буквально вот в этом году они уже должны были взять на те лидеры функции команды и добиваться того результата, который требует руководство команды от футболистов. Для того, чтобы построить команду, вот такой Такма был известный психолог еще в 70-е годы, американский психолог. Вот он, в принципе, говорил, 4 этапа построения команды. То есть под каждого главного тренера 4 основных этапа. То есть первый этап, вы должны просто собрать футболистов. Вот пришли в команду, у вас есть футболисты. Дальше вы начинаете их расставлять по позициям, что-то от них требовать. И начинается этап брожения. Потому что, условно, Степан не понравится, если его поставят левым полузащитником, да, а условно там Бондарь захочет играть правым защитником. И вот этот этап, пока тренер не поставит все по своим ячейкам, не разложит, не определит сильнейших и не разложит именно вот эти функции, которые должны выполнять футболисты. Дальше идет формирование команды, вот той команды, которая видит главный тренер. Для чего? Для того, чтобы потом добиваться результата. И самый последний момент — стабилизация, когда стабильность футболисты будут выходить, выполнять требования футболиста, выполнять фазы атаки, фазы обороны, в переходных фазах. Вот тогда будет полноценная команда. На каждый этап уходит определенное время. Не думаю, что за месяц это сможет сделать новый главный тренер Шахтера. Поэтому у него возникнут проблемы. И вот здесь очень важно, чтобы был хороший тренерский штаб. Вот так, как подобрал Луческу. Не просто набрать футболиста, допустим, тренеров, привез своих соотечественников, и не работает. А каждый по определенном направлении, чтобы ускорить вот эти этапы формирования команды. Тогда у команды «Шахтер» будет толк и будет тот результат, который ждут от нее. А так может затянуться, и мы всегда знаем, что когда приходит тренер, как правило, сразу не дает результат, нужно какое-то определенное время.
И очень даже удачно, что такая борьба была сначала за третье место, а потом за попадание в пятерку, которая дает право, в принципе, представлять и Украину, принимать участие в европейских соревнованиях. Но, знаете, большие клубы, вот я вам, кстати, отвечу на этот вопрос, большие клубы – это определенное и уважение со стороны руководящих органов. И когда большим клубам, знаете, вот все привыкли, что два больших клуба у нас – это «Шахтер» и «Динамо Киевская», в этом году «Динамо Киевская» и «Шахтер». И в этом плане «Заря», знаете, эволюционирует, ну, в первую очередь, благодаря таланту своего тренера, Виктора Скрипника, который не отходит от своей концепции и который постепенно ставит, в общем-то, футбол. Ну, а во-вторых, знаете, «Заре» еще надо вот это определенное время, и Виктор Скрипник потихонечку проходит эти этапы, чтобы сформировать команды. А ведь вы поймите, сначала завоевав третье место, у футболистов, знаете, есть самоуспокоенность определенная. И вот это, знаете, как покорение, да, высот. Когда вот идешь вверх, надо, попал на это плато третье место, надо немножко переосмыслить, перевести дыхание. И самое главное, укрепиться уже теми футболистами. Концепция этого тренера останется. Но футболисты, которые будут конкурировать за самые высокие места, потому что, поверьте, психология победителей, менталитет победителя – это очень и очень непросто. Поэтому в этом плане, я думаю, «Заря» локально решила свою задачу. И вот смотрите, они очень довольны своим выступлением, что попали в финал Кубка Украины, что заняли, в принципе, третье место. А дальше потихоньку, не афишируя это, естественно, не будут уже формировать те силы, которые позволят, в общем-то, бороться за второе место. Ну, а «Шахтер» в любом случае понимал, что в любом случае им поддержка, будем говорить, и общественности. И многие понимали, что «Шахтер» должен быть, ну, как минимум на втором месте, потому что в Лиге Чемпионов должны представлять самые сильные команды. Мы уже и так не добираем там баллов. И поэтому, конечно, многие, и я думаю, ряд матчей, вы помните, они носили как бы вроде скандальный оттенок, но многие решения были в пользу «Шахтера». Ну, наверное, это объяснимо. В любой стране, когда играет команда-лидер, команда вот именно великие футбольные клубы, симпатия со стороны всех служб, в любом случае, на их стороне. Конечно, тренерский штаб должен на себя вину в первую очередь взять, потому что заканчивается апрель месяц, прекрасная игра дома с Александрией, выигрыш 4-1, показана прекрасная игра, наступает месяц май и фактически остается 4 игры, где играют команды, ну, аутсайдеры, это Миная, это Львов, это, ну, Колос не был аутсайдером, это Ворскла Полтава, то есть две команды, которые между собой мы должны были решить все вопросы на футбольном поле, и две команды аутсайдеры. И в этом плане после игры с Александрией выпадает вся центральная ось, о которой я вам говорил, 4 ключевых игрока. Это Женя Пас, вратарь, это Эмирека Макс, центральный защитник, это Татовицкий Андрей, вокруг которого строилась игра, это Будковский Филипп, и плюс еще пятый Калитвинцев, это уже не центральная ось, то есть группа футболистов. Вот знаете, ребята, которые как бы на замену, которая, ну, прекрасный микроклимат в команде, соревновательная деятельность. Ребята обижаются, что они как бы мало игр сыграли. Вот вам возможность. Выходите, играйте, все. И знаете, и вот здесь они не оправдали вот то высокое доверие, которое на них, в принципе, возлагалось. Это как бы первый момент. Второй момент, он, знаете, такой против нашей команды. Все стали играть в закрытый футбол. Если раньше Десна могла использовать тактику выжидательную, мы как бы на своей половине поля больше закрывались, иногда в центральной зоне выстраивали оборонительный блок, то сейчас мы должны скрывать были такую насыщенную оборону команд соперника, и это все игры, это игра с Минаем, это игра со Львом была, эта игра была даже с Ворской Полтавской, мы должны были скрывать соперника для того, чтобы, в принципе, завершать эти атаки. И в этом плане намного сложнее, плюс отсутствие, конечно, уже сказал Татовицко, который, ну, реально по праву попал в номинацию одного из лучших футболистов украинской премьер-лиги именно в этом году. И плюс отсутствие Будковского, потому что были нападающие, это и Дегтярев, это и Безбородько, они все-таки до конца не смогли адаптироваться к тем условиям, которые есть. Ну и плюс момент психологии, как бы футболистам ни говорили, что самые главные матчи еще не сыграны, тяжело оказалось достучаться до них. Знаете, как-то один великий тренер сказал, каждый матч надо выходить и играть как по
последней жизни, чтобы вы как завещание на футбольном поле делали. У нас, к сожалению, это не появилось. Момент мотивационный немножко ослаб по ряду причин, и поэтому имеем то, что имеем. И плюс, знаете, самое главное, последний матч с Мариуполем, когда мы вышли, первый тайм, безоговорочно выигрываем 1-0, никаких нет проблем, а потом недопустимые индивидуальные ошибки у Домбровского за 4 минуты, 2 карточки желтых, причем непонятной в принципе ситуации, плюс ошибки там, ну возьмем там, честно признаюсь, 2 ошибки, но игроку его уровня, 2 ошибки, из-за которых там забиваются мячи, и плюс ряд других ошибок не позволил нам достичь, решить задачу сезона, и в этом плане вот мы до сих пор еще ждем свою участь, потому что мы ушли в отпуск, и нам сказали, ждите, вот мы все ждем, что и как будет дальше с футбольным клубом «Десна». Мы когда играли первую игру в Киеве на Оболонь-арене, очень сложно было против этой команды играть, потому что, ну, действительно, команда с очень интересной поставленной игрой. Ну, ошибки у Миная были, знаете, какого плана. Я думаю, что все-таки, наверное, Василий Васильевич Кобин тоже согласится, мы так с ним и поддержим контакты. Были в том, что, конечно, вот эта пошла селекция больше не на усиление игры команды, а на пиар-компанию. Знаете, мне кажется, пиар-компанию должны проводить пресс-служба футбольного клуба, и вот там вот эти пиар какие-то моменты. А здесь, мне кажется, переизбыток был опытных футболистов, которые уже, ну, будем говорить, это история футбола, но мы говорили, история ничего не имеет общего именно, в принципе, с настоящим. Ну и самая главная ошибка, мне кажется, но руководство там было виднее, что вдруг неожиданно Василия Васильевича, ну, как бы предложили ему пойти в отставку, а в этом плане, знаете, тогда вы должны четко были определиться и сказать, вот один тренер, который есть в команде, он должен, в общем-то, повести команду. Причем не просто назначить тренера, а выслушать его. Я всем, вот ко мне вот это, иногда за консультациями обращаются президенты футбольных клубов, и вы знаете, в последнее время довольно часто, я всегда говорю, тренер должен прийти с перспективным планом, которым там пунктом 12 в перспективном плане, план развития команды на 2-3 года, и там по годам, по этапам расписать все факторы, которые касаются и результата, и комплектации, тренерского штаба, сбор, материально-технической базы и других этих моментов. А здесь получилось так, Вася ушел в отставку, Василий Васильевич, а на его место поставили тренера, который помогал Василию Васильевичу, и взяли консультантом, в данном случае Севидова. Я думаю, это не есть хорошо, пошли внутренние какие-то раздряги, а команда как раз Миная, она славилась тем, вот этот неуступчивый закарпатский характер. И я думаю, что в этом плане, скорее всего, закономерно, и я почувствовал, что знаете, что, в общем-то, тем людям тяжело было осилить те задачи, которые перед ним стояли, потому что все-таки феномен Кобина, он вывел команду в высшую лигу, причем с первого места, и он реально поставил ту игру, и надо было дать время, а если бы вылетели, тогда спросить с Василия Васильевича. А так получилось то, что получилось. А всі футбольні вболівальники й досі не можуть повірити, що довгоочікуваний Євро-2020, який було перенесено на цілий рік, таки відбудеться. Як і я не можу повірити, що буду вперше працювати на футбольному чемпіонаті Європи як акредитований журналіст. Я ще в минулій програмі говорив про мінливість життя і про те, що неможливе може бути можливим. Та все ж звістка від УЄФА, який таки надав мені акредитацію для роботи на матчах збірної України в Амстердамі та Бухаресті, стала приємним, приголомшливим сюрпризом. Отже, доводиться швидко змінювати плани і завдяки підтримці справжніх друзів-меценатів готуватися до тривалого європейського відрядження. Саме на цій позитивній ноті хочеться сьогодні з вами попрощатися. І, як завжди, побажати любити спорт у всіх його проявах, дивитися наступні випуски програми «Sport Ukrainian International» і бути здоровими. Нехай вам щастить!